У нас с Дре не то чтобы бизнес-отношения, типа мы только на студии вместе работаем. Нет. Мы теперь друзья. Между нами есть определенная связь, взаимопонимание, особая химия, так сказать. Это напоминает отношения Дре и Снупа, когда последний только начинал. Вот о какой химии я говорю. Она дает нам возможность прийти на студию и делать всю эту фигню быстро и непринужденно. Какова ваша реакция на негативные отзывы людей, которые считают, что ваши песни их оскорбляют? Мой ответ будет звучать так. Нахер их всех. Они же не знают, как это, когда ты растешь в бедности, в неполной семье, понимаешь? Когда тебя воспитывает только мать, всю жизнь ты живешь только на пособии, переходишь из одной школы в другую, а в семье твоей кто-то умирает, в твоей семье у кого-то стволы, вся семья какая-то сумасшедшая, все постоянно ссорятся. Они-то, богатые, не знают о таких вещах. И поэтому не им говорить мне, что мне стоит говорить, а что нет. Они же не знают, какой жизнью я жил. Не знают, через что мне пришлось пройти. А если бы они знали все это, то они бы, наверное, поняли, что я за человек. Но они же не будут тратить на это время. Им это не нужно. Но ведь и мне не нужно, чтобы они заморачивались на мой счет. Я не собираюсь плакаться и стонать, и говорить, «У, как же мне трудно живется, и поэтому я стал таким». Я не хочу этого, я не хочу плакаться. Но эти люди просто не знают, что я за человек. И они не знают, почему я говорю то, что я говорю. Но я-то делаю так, я просто насмехаюсь над гадостями, которые происходят в мире. Веселюсь, используя их. Большинство людей просто игнорируют все то плохое, что происходит в мире. Бедность, бездомных, насилие, изнасилование. Их выбор игнорировать все это говно, как будто его даже не существует. А я не игнорирую. Вот это и не нравится большинству людей. Знаете, все эти богатые детки, они хотят, они желают пожить такой жизнью, хотят пройти через все эти трудности. Я же пишу свои песни для людей, у которых действительно все тяжело в жизни. А почему они хотят пожить такой жизнью? Потому что эти ребята, я не знаю, как тут, но в Америке американские дети, которые родились в полных семьях, которых хорошо воспитали и у которых не было финансовых проблем, дети, которые не пропускали уроки, которые закончили школу и которые ходили в школу каждый день в новой одежде, все эти ребята... Они восхищаются бедными, потому что тем нечего терять. Они восхищаются их отношением к жизни, и они хотят быть ими. Маргиналами? Да, они могут только хотеть, чтобы их жизнь была такой. Чтобы они могли тусить со своими корешами, притворяться, что они крутые, притворяться, что у них есть стволы, притворяться, что они прошли через много всякой фигни. Вот поэтому я думаю, что они тоже покупают мои альбомы, понимаете? Поэтому-то они и покупают альбомы Тупака, Бигги, поэтому они покупают альбомы NWA. Все потому, что они хотят быть такими же. Они живут фантазиями, что они такие же.